И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кисмиуга Бога, Плеймарк, Госдума, Семечки, Хейтскер, Сильвер и Тучка. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет, йоу. Всем привет. У нас есть три здания, где пацаны будут в них прятаться, а я буду разрушать. И кто будет последний выживший, следующий будет начинать раунд и все ломать. И спеть кушайте, приятного аппетита. А сколько можно максимально бомб бросить с Half-Life 2? 5? Много. Да. По-моему, 5. Да, 5. 0. Кто запрятался в этом здании, я вам не завидую. Так, подрываем. Ё-моё. Эй, быстро в здание заходи, нельзя так делать. Я буду так только делать. Так, начинаем ломать с этой стороны. Блин, прикольно, даже пробились полы, смотрите, какая дыра образовалась. Взрываем. Ой-ой-ой, сложило. Меня здесь убили. Я эту карту добавлю в коллекцию, 100% понадобится. А, ты еще живой. О, а ты что-то... Я вам бомбы буду бросать сюда. Что вы? В следующий раунд, кто будет играть, может выбирать любое оружие, поэтому обязательно досмотрите до конца. Будет жестко. Я еще так же учу. Я Гомера в углу видел. Нормально. Пацаны, давайте, это подрыв. Ой-ой-ой, сложило. Так, ребята, мы сейчас так раскидаем бомбы по-хитрому. А давай. Так, взрываю. Беги, глупец. Так, еще, стой. Вот эта штучка держит, сейчас красиво мы ее снимем. Смотрите, и здание рушится. Так, стоп, с этой стороны надо бросить. Ага. Вот. Не попал. Да блин, это и Тучка виновата, он мне мешает. А я? Во, смотрите. Понятно. О. Дима, я знаю, что надо сделать, пацаны. Что? Да, что, Дим? Ого. Так, целая. Хочу разрушить эту часть. Блин. Дима, такой стоит. Во, смотрите, разрушу. Красиво. Давайте с этой стороны. Дырка в стене. Ой, ты красота. О. Так, кто живой еще? Я еще живой. Так, а где? А, вижу. Ты. Так, и кто выиграл? Я выиграл. Мы готовы, давай, ломай. А. Ого. Хорошо, что я в этом здании не прячусь. Нифига себе, ты псих, успокойся. Нифига себе, мне аж что-то страшно. Ненормальный какой-то. Того здания нету, все, разрушилось. Ай. Вот, счастливое место. Вот, Дима жив. Да блин, там летит все, что есть у нас в арсенале. Ты что, все моды на планете используешь? Да блин. Есть, я выиграл, да, пацаны? Да. Похоже. Я выдвинулся, пацаны. Интересно, я буду сильно ломать здание одним выстрелом? Давайте сделаем центральный вот вход. Разрушится или нет? Ой-ой-ой, одним выстрелом. Зачем? Мы мирное население. А это было мощно, я тебе скажу. Так, давайте издалека ломать. Середина осыпалась, смотрите. Один выстрел. А что это за снаряды у меня такие мощные? Мощные. Дима, ты что, чудик? Живой? Я, хотите, я могу, да, вам живой, дать шанс перебежать в другое здание. Да. А, отчитываю еще 3, 2, 1. А, ты все-таки решил остаться, да? Я предупреждал. Осталось одно здание. Давайте мы его красиво разрушим, попробуем с пулемета. Не надо. О, в уголок стреляю. Ого, тут дырка аж образовалась. Само рушится, ничего не делаю. Давайте в этот угол жахнем. Пацаны, страшно? Очень. Сидят тут. Сиди. Ныкается, да? Ой. Ну все, центральный и последний выстрел. И здания нету, смотрите. Вот так надо стрельнуть. Ой, ГМР побежал. Есть, кого-то прибило. Выжил. Класс. Стоп, я еще живой. Нет. Как, да блин. Кто был последний? Я и Тучка. Последний. Блин, что он там стреляет уже? А он эти бомбочки взрывающиеся бутылки кидает. А, я понял. Отойди, он может к нам попасть сюда. Есть. Уходим. Одно здание сложилось. Да блин, успокойся, ты ненормальный? Да что ломается вся карта?
Вот это оно громко жахает. Блин, я боюсь. Ты ненормальный, что ли? Ты в желтом здании, да? Так понимаешь? Нет, я уже в нем. Только прилежал. Да я знаю. Я быстренько слинял. Это моя нычка. Меня холодильник купил тупой. А кто живой, пацаны? Я. Что-то я как будто вас не... Ну вот, какой-то огурец бегает. Если ты не умеешь играть, ну что я могу сделать? А, Дим, ты читеришь? Нет, я был в здании, просто ходил там по своим делам. Я доломаю этот куски здания. Ты можешь мне не кидать, пожалуйста? Это я тут стою, ты кидаешь меня. Да я видел, как ты это сделал. Нифига себе. А кто живой? Я выиграл. Красавчик. Чтобы вы понимали, я за вот этим камушком стоял все время. Я его видел, кстати. Все, пацаны, залетаем быстрее. О, тут есть холодильник, я буду здесь что-то смотреть. Его можно открыть? Не надо, он меня убил. Нельзя открывать. Так, я не знаю, где выживать. Но верхние этажи самые опасные. Поэтому спускайся с ним. Да, по тактике уже мы знаем, где надо ныкаться. Вот здесь вот. Дурацкий холодильник. Давайте все. А мы что, все здесь, что ли? Хотя даже если маленькую бомбочку кинуть, оно все разрушится одной бомбой. Мы это потом сделаем, ребята, обязательно досмотрите. Мы потом попытаемся взорвать все три здания, если по центру взорвать мощную бомбу. Так, я что-то никого не вижу. А, мы запрятались. Мы тебя боимся, ты плохой пока, ну что. Ну, давайте, я пошел. Ой-ой-ой, пацаны, следующие мы. Готовьтесь. Все в угол чисто пришли. Это нормально, мы затащим. Ах ты, блин. Она убила. Есть, один ушел. Да блин, ну это нечестно. Ладно, хорошо. Не спорю, красавчик. Так, а тут кто-то есть, дайте посмотрим. Тут кто-то есть по-любому. Не, никого нету, это здание уже. Все боятся прятаться. Опасно. Да, оно же самое центральное. Че, кто остался? Огурец. Ты выиграл, что ли? Твоя осталась. А, твоя? Ну давайте будем выяснять, кто же... А, ну, вижу. Сумбой. Вижу. Все, есть. Есть шанс выиграть. Где он? Нет его. А. Нифига себе ты псих. Я думаю, кто-то прячется. Ну да, вот. А, вот. Ты будешь взрывать это здание или нет? А, все, Госдума выиграл. Госдума, молодец. Давай, мы готовы. А как вы туда попали? Вы залетели туда, что ли? Да. Ого. Нет. Вот тут, Дима, тут окна, Дима. Все, отлично. Все, шкеримся. Слышите, летит? А, крыша падает. Ай-яй-яй, зачем я тебя послушал? А, хотя я сам сюда хотел идти. Смотрите, как разрушается здание, пару выстрелов. Сейчас вот то здание тоже полетит. Смотрим. Это вообще ПВО. О, сейчас крыша прибыла. Все. Есть. Оно как меня... Оно их крышит просто, как ни о чем. Я еще жив. Я тоже жив. Я тоже жив. Давай тебя подвину ближе, стой. Подвину. Меня пузо будет выдавать. Как же это красиво. Это мощно. Ох ты, блин, осторожно. Офигеть, он шкерится. Он очень громкий. Так, ты что-то решил... Ого. Давайте разверну сразу. А тебе не кажется, что оно чересчур мощное? О, блин, как громко оно фигачит. А чё, кто живой еще? Я. Гомер. И я тоже. Блин, Гомер... У нас двое уже. Потом... Слушай, Гомер, ты так красиво шкеришься? Так, а где вы? Вот он бегает. А, вижу. А вон и тучку я вижу. Ой, блин, аж полет слетел от этого выстрела. Тучка выжил? Да? Снова? Все, и тучка, ты победил. Готовы? Да. Да, готовы. А ты нормальный? Что ты исполняешь? А шо? Мне пора сюда. Там шот и спашот. Так, пока мы здесь пошкеримся. Опасно. Да. Ты можешь успокоиться? Там другие здания есть.
Я по другим стреляю. А, понял. Это не другое, это мое здание. Ты ж мое оружие украл, злобный. Это белая. Вот это он разносит. Так, по идее, эта плита может упасть по голове, надо быть осторожным. Осторожно, говоришь? Да. А, я знал, что так будет. Ах ты хитрый жук, я с тобой буду. Все, 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 шкеримся. Ого. Блин. Ну вот зачем ты сюда? Я последний был? Нет, я выиграл. Ты выиграл? Молодец. Мы сейчас эти здания будем красиво взрывать. Можете немножко отлететь, чтобы не всех убивало. А мы начнем не самой мощной бомбы, просто красиво все жахнет. Воу, вот это неплохо. Нормально, кстати. Облицовка аж, да, слетела, но дома при этом целые. Ну как целые. А ну давай эту. Мне горизмут вылетел. Класс. Ого. У нас есть бомба, которая разносит все на своем пути. Это будет очень мощно. Очень. Надо улетать подальше. Ну и с лица земли стерло. Мне интересно, что осталось вообще от домов? Ничего. Обрубки. Оно да. Стерло их в ноль, да? Ого. Вот эта бомба самая круто взорвется из всех. Смотрите. Так. Ой-ой-ой. Ух ты, ничего себе снесло. Ты понял? Мы сейчас эту каждую бомбу положим в здание, и здание улетит. О. В небо. Каждый? Одна здесь. Одна здесь. О. И одна здесь. Так, надо как-то их приблизительно активировать. Активируйте одну, и с другие взорвутся. Бахайте. Ого. Ничего себе, вот это оно дало. Если понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Всем пока.